Меня зовут Сергей Мельников, и я расскажу вам про задачу Е – перемешивание колоды. В этой задаче у нас есть колода, состоящая из цветных карточек, и мы можем делать следующую операцию. Мы можем брать какой-то отрезок карточек, какую-то часть колоды, и переносить ее в конец. Таким образом, мы можем перемешивать карточки в колоде. Вот. То есть мы берем какой-то отрезок и перемещаем его в конец. Ну, в чем состоит сама задача? Нам нужно такими перемещениями сделать, чтобы любые две соседние карточки в колоде были различными. Ну вот, на слайде приведен пример, в котором нужно сделать два перемещения. Переместить первые две карточки в конец, а после этого переместить вторую и третью, третью и четвертую карточки в конец. Ну, и сложность этой задачи состоит в том, что, во-первых, нам нужно минимизировать количество таких перемещений, а во-вторых, размер колоды может быть очень большой, до 200 000 карточек.